Здравствуйте, друзья, мы с вами в Саннивейле. И это такой, ну, как сказать, закуток, так назовем, закуток. Смотрим мы домик. Домик этот вот прямо перед нами, там табличку вы видите. А я вам показываю, что сам по себе закуток очень милый. Что скажешь, Свет? Закуток очень милый, парковки только нет совсем. Вот гости пришли, вообще не выставили. Да, с парковкой здесь стрёмно, это правда. Вот такой дом, друзья. И, да, и вот продает его женщина, которую зовут Зина. Да, так что непонятно, может быть, наша соотечественница. Значит, вот мы знаем, что 5 бедрумов, 2,5 басрума, 2700 скверфутов, купертиновские школы. Здесь вообще очень мило. Давайте посмотрим. Мы заходим в дом. Вот мы здесь зашли, вот дверь красивая. И пойдемте, знаете что, пойдемте сразу наверх. Пойдемте сразу наверх. Действительно, риэлтор оказалась наша соотечественница, зовут ее Зина Каганович. Вот очень приятная, милая женщина. Света сейчас с ней беседует там внизу. Так, окей. Такой закуточек, я не знаю для чего, но вот, наверное, что-то там должно происходить. Поднялись мы на второй этаж. Давайте начнем слева. Так, слева. У нас тут санузел. Так назовем. Так, идем дальше. Очень-очень мило, симпатично. Я не знаю, энергетика, что ли, какая-то хорошая тоже. Знаете, как цветение какое прекрасное. Под окном. Да. Так, что у нас там, вид на улицу? Да. Очень-очень приятное место. Сколько стоит? Они хотят за него 2 148 тысяч. Там шкаф. Ну что, такая большая, большая спальня. Идем дальше. Так. Это поменьше спальня. Поменьше спальня. Так. Идем дальше. Так. Продолжаем по левую руку, да? Еще одна спальня. Так, ну давайте я зайду. И так изнутри покажу. Еще одна спальня. Здесь такой walk-in closet. Очень симпатичненько. Так, ну что? А, там еще. Еще есть. Мама, ты смотри, сколько всего. Еще одна спальня. Так, вход с угла. И тоже там walk-in closet. Там walk-in closet. Так, вот мы покрутимся и... так. Так, а это уже мастер-бедрум. Это уже серьезное нечто. Такое, вот я в угол самый забился. Показываю вам все хозяйство. Внизу, знаете, как бассейн. Это проблема бассейна, что всегда какая-то шелуха насыпается, надо ее вычищать. Такое совершенно потрясающее апельсиновое дерево. Смотрите, как плодоносит, все здорово. Так... Так, ага. Слушайте, ну реально симпатично. Так, это мастер-бассом, да? Сидишь тут в джакузьке, смотрите, сидишь в джакузьке. И так вот туда, как-то так. Наблюдаешь в ту сторону. Так, такое ощущение, что специально так сделано, чтобы хорошо наблюдаться. Так, ну и там туалетик, соответственно, такой. Раз... Два, вот туалетик. И, соответственно, walk-in closet. Это, насколько я понимаю, от моли. А, по-моему, какое-то дерево кедровое, что ли. Здесь так принято класть. Так, пошли вниз.
Возвращаемся ко входу. И вот тут я специально дверку приоткрыл. Тут пошла лестница справа, а здесь такая кладовочка. Если мы пойдем направо, то здесь будет, ну, можно назвать family room, да, тут камин. Это у меня Света лучше разбирается, как чего назвать. Мы попросим Зину сказать пару слов для вас. Так. Вот так, как-то так вот. Интересно, да, смотри? Очень симпатично. Кухня. Видно, что сделано недавно. И гранит вот этот вот. Это окно называется Garden Window. Такие вещи называются. Так. Так вот. Идем дальше. Тут что-то попискивает, видимо, батарейка садится в сигнализации. Такой звук обычно бывает. Пожар. Окей. Гараж, видимо, да? Гараж, хорошо. Такой большой, на две машины с деревянными дверьми. Такой, видно, это так... Я даже не знаю, наверное, раньше так строили. Я такого не помню, чтобы так с деревянными дверьми красиво было. Да. Стиральные сушильные машины. Так, ну что, пойдем на улицу. Так, ветрено сегодня. Ой, хорошо. Тут дек. Дек. Я вот босиком иду, у меня... Ноги на холодном полу немножко подмерзли. Вот, а здесь деревянный, еще на солнышке прогрелся. Хорошо, так. Хорошо. Так. Апельсины. Мы не трогаем, естественно. Идем мимо, но пусть висят. Так, ой. Сегодня день дождливый. Так, немножко сыро бывает местами. Ну да, лот, участок такой немножко трапециевидный, заметно. Но очень органично, очень симпатично все. Так. Чуть так и упало, наверное, что-то. В водичку что-то упало. А вон там внизу, если вы видите, в воде, там такой тракторочек стоит. Он подключается, вот вы видите, таким, значит, такой трубой пластиковой, подключается туда в стенку, и оттуда идет напор воды. И вот за счет напора воды трактор движется. И он так ходит, когда включен, так ходит и все время по полу там подбирает. Вот все, что там падает с деревьев, оно постоянно падает. И в такой мешок собирает у себя там сзади. Потом мешок вытряхивается. Такая постоянная работа по очистке. Потому что деревья вокруг, конечно, падают. В этом как бы хлопотность того, что у тебя есть бассейн. А это вот такая как бы достаточно распространенная архитектура, когда вот у тебя есть джакузька, и она там булькается, подогревается и так далее. Из нее стекает вода в бассейн немножко. Вот, и... Так вот, из джакузи в бассейн Бултых. Хорошо. Добрый день, меня зовут Зина Каганович. Так. И я хочу вам показать дом, который мы сейчас продаем. Этот дом находится в Санни-Вейле, недалеко от нового кампуса Apple Computer. Угу. И в этом доме 2700 квадратных футов и 5 спален. Очень красивый модерновый дом. И это школы хорошие купертиновские, отличные, да? Отличные купертиновские школы, очень красивый дом и хорошая улица. Если есть вопросы, звоните мне, пожалуйста. Мой телефон 650-906-0814. А вы откуда сами приехали?
О, я сама приехала из Ленинграда, живу сейчас в Палауте. Так. И в Калифорнии уже больше 30 лет. И замечательное, красивое место. То еще, вы еще в то время жизнь. Уехали, когда только вот ворота открылись там, еще при Брежневе фактически, да, в те годы? Давно. На самом деле я приехала сюда в 1979 году. Ну да, да. То есть в последней волне потом как раз двери захлопнулись. Лет да, на 10. Да. Почти 40 лет скоро. А? Почти 40 лет, да. Слушайте, я стараюсь сделать меньше, но прилетит очень быстро. Хорошо, хорошо. Так что, да, и real estate я занимаюсь уже последние 25 лет. До этого была инженером. Так. Так что, если нужен кому-то дом, пожалуйста, обращайтесь. Некоторые спрашивают, вот, какое развитие инженера? Вот куда деваться инженеру, когда он уже поработал инженером? Вот в риэлторы можно. А, можно в риэлторы, да. У нас здесь их много сейчас. Ладно, спасибо. Вот, друзья, Светлана дает Зине ссылку на наш канал. И когда вы будете писать свои вопросы и комментарии, значит, я пришлю Зине ссылку, и она, может быть, ответит на ваши вопросы. Так что, если есть вопросы по недвижимости, задавайте вопросы. А вы по всей Бэйри, да? Вы же не только с Анивелтом. Я в основном между Сан-Хосе и Сан-Франциско. Ну, то есть практически. Ну, да, и на той стороне тоже, да, Сан-Рамон. Свет, что скажешь? Ну, мне понравился этот дом, мне нравится вот этот кул-де-сак, мне понравился агент, в общем, все замечательно в этом доме. Тут, знаешь, не отнять, не прибавить, потому что все разумно, все использовано, и есть где на улице посидеть. Не хотелось ничего достраивать, перестраивать. Здесь нельзя ничего достраивать. Он просто, знаешь, как он все-таки построен как единое целое, и он построен на максимуме возможного, поэтому здесь все замечательно. Ну, отлично.